Привет всем! Мы рады вас приветствовать в нашей семье. Мы из Франции, близко от Сент-Этьена. И мы хотим сказать добро пожаловать домой к нам. Мы как семья, у нас есть от Господа чем-то поделиться с вами. В эти трудные времена, в которые мы живем, мы хотим сказать вам, и провозгласить это слово из Слова Божьего. Не бойся, не ужасайся, будь верен в Слове Божьем, как написано в Иисусе Навине. Не бойся, не ужасайся, будь твердый, мужествен, выбери служить Господу. Как семья, я и дом мой будем служить Господу, во-первых. Мы верим, что в это время, в которое мы вошли, нам нужно сосредоточиться на поклонении Богу, чтобы Бога поставить на первое место во всем. Мы не хотим это только делать одни. Мы хотим вместе со всей семьей вот, всемирной, как одно с другими народами. Мы, кстати, передаем вам много любви и благословений из Франции. Мы любим вас всех. Пока.